Господа и примкнувшие к ним дамы, здравствуйте, канал Инстаграм. Мы переместились ко мне. Да. Как видите, этот самый перевод за проплаченные обзоры Сбербаша еще не пришел, обои старые. Но, зато мы с Евгением обозреваем водку, которой у нас еще не было. Да, и я, в принципе, ее даже и не видел там как-то, ну, от слова совсем, не в России, не у нас. Ну, прислана нам из России, да. Называется «Большой город водка», производство ЛВЗ «Московский». Вот, ну и, собственно говоря, что... ну, ценник у нее, это стандартная цена там в России, она там 300 с копейками рублей стоит. Это такая вот бюджеточка. Ну да, обычная водка. Угу. Вот. Возможно, появится в Беларуси. Непонятно пока, появится, не появится, но к нам приехала. Причем, ну, кто, если вот посмотреть на бутылку, можно понять, откуда, кто прислал. Да. Ну, как бы. Ну, закос, кстати, вот такой отдаленный, под столичный закос напоминает очень есть, сильно. Есть, есть. Вот это вот, оно, я заметил, очень многие. Это очередная, типа, из серии «Хотим выглядеть как столичная». Значит, у нас что тут? Вода, Альфа, сахарный сироп, настой хлеба бородинского. Ну, то есть они бородинским хлебом будут подчеркивать, типа, не, ну, водочность? Ну, так скажем, в некоторых а-ля крафтовых московских и питерских баров, типа модных, да, угу, у них вот, вот настойка на бородинском хлебе есть. На бородинском? На бородинском, да. Именно типа, на бородинском? Именно, да. И в Минске, кстати, на Забицкой тоже есть. О, боже мой. Ну что, открываем? Кстати, да, тут... Сразу обозначено где. Да, тут, причем, смотри, работает. Угу. А пробка, как я понимаю... Пластиковая. А, просто пластик. Да. И тут вот такой вот просто как наливайка. Ну, он без перекрестия, без ничего. То есть такой типа... Ну, не то, ну это не дозатор. Не это... Литовском, такой, как... это не дозатор, это этот, как его, рассекатель. Как в народе правильно говорят. Ну, ладно. Но булькает приятно. Бульк приятный. Да. Что из этого получится? О, бокалы из серии «Выживших». Mm-hmm. Это самые, знаешь, раритеты. Сейчас-то все глинкерные и глинкерные. А тут домой возвращаешься и, как это, не забывай свои корни, mm-hmm, помни. Ну что, понюхаем? Ну, так водочкой. Если честно, по запаху напоминает, вот у них тут написано еще сверху, ну, снизу, вернее, на этой этикетке, типа «Настоящая московская водка». А, и оригинальный рецепт? Да, если ты помнишь эту зеленую, которую... Но, кстати, что-то есть. Оно по запаху есть такое. Но только тут, знаешь, вот тут вот пахнет именно водкой. Ну, в той московской нету настоя Бородинска, там состав другой. Там сода, во-первых. Там сода есть, да, и, она, и там, по-моему, не на Альфе. Она московская, она на люксе. Ну, тут такой, знаешь, немножко даже, я бы сказал, жестковатый запах такой. Ну, может, это из бокала, конечно, опять же, я... Не, ну, с рюмки пахнет именно, с рюмки даже еще жестче, мне кажется, вдруг. Не, с рюмки такое, оно просто... Ну, водка, 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 ну, просто водка, как водка, бы водка, есть, водка, водка. Ты же знаешь, сколько у нас было водок, когда ты берешь и нюхаешь, у тебя вообще рюмка ничем не пахнет. Здесь, в принципе... Нет, уже, здесь пахнет. Уже, как говорится, зло обозначено, уже мозг должен сделать тебе... Ну что, с рюмочкой, наверное, да? Да, давай рюмочку. Ну, да, у меня оно что-то развалилось. Такое, да. Оно что-то как-то ненасыщенное. Оно, ты знаешь, оно вроде и... Ну, вот такая водочная вначале, угу, а потом она почему-то вот распалась на это спирт-вода. Значит, ну, вот у меня во рту, у меня послевкусие непонятное, угу, оно какое-то такое, типа, и не туда, и не туда. Знаешь, оно вроде есть попытка, ну, вот сделать ух, но этого ух нету. А вот это вот оно как бы вот туда и... И все. И все, да. Ну, не выхлопа ничего, конечно, нету. Не, она нормальная, ну, то есть, ну, она назад не просится, ну, ничего там зашла, она... Мне кажется, это вот этот настой Бородинского, он попытался, но тогда, знаешь, мне кажется, чуть-чуть не доиграли. Я так тебе скажу, что если эта водка будет лежать в холодильнике, она будет вот так вот вылетать.
Не, если она будет охлажденная, да, это у нас же комнатная температура. Да. Мы же эти, как его, экспериментаторы, да. Извращенцы. Да. Нам-то можно. Да, если нам тут давить. Будет холодная, она будет влетать только в пусть. А так, ну, вроде ничего, но... Но опять же, такое вот ничего, знаешь, вот не могу сказать, что прям хорошо. Ну, пока что, так скажем, дизайн мне нравится больше, чем содержимое бутылки. Хотя, на самом деле, это плохое на самом деле. Вот, знаешь, ощущение от вкуса, вот приблизительно такого... Вот ожидание вкуса, это когда ты смотришь на бутылку, а ощущение от вкуса, это вот когда ты открыл и понимаешь, что пробка пластиковая. Ну, тут... Кстати, вот насчет пластикового алкоголя, да, у многих же есть предубеждение, что пластик вообще нельзя использовать. Да? Не, можно, пожалуйста. Хотя, зайди в любой там финский гипер там, или меркосовский алкогольный, там полно алкоголя в пластиковых емкостях. Так, Жень, у нас даже эти самые, мы какой-то вискарь, ну вот эти особенно, которые тары такие нестандартные для Беларуси, mm-hmm. России, там 0,35 и так далее, часто встречаются в толстом пластике, а не в стекле. Ну, квадивовская водка. А квадив он водку свою вообще гонит, это вот литровые бутылки, которые... Нет, да? Там 3,75. Или там 3, или... 1,75. 1,75 и есть 0,25. Ну, есть же пластиковые. Тоже есть. Пластиковый. Ну, пожалуйста, они по ГОСТам можно, все, это не проблема, ничего там с этой водкой не будет, если там пластик пищевой правильный. Mm. Ну, просто вот когда Олег правильно сказал, что все-таки ты ждешь, ну, вот... Есть, да. Знаете, как, ну, это вот когда чистые росы, вот берешь, вот пробка, вот она сдали, похоже, как будто, я думал, сейчас будет вот это, чпоньки, или как да, бомбаш да, единица, да. А здесь, ну, как бы... И потом ты наливаешь, и ты такой, опять вот. И вот, кстати, вот этот дизайн уже работает в минус, хотя он мне нравится, потому что ты все равно ждешь ту столичную, которую... Да, 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 да. Вот да, чисто да, вот да, психологически да. Работает. Сейчас будет, типа, вот сейчас будет столичная. Либо что-то похожее должно быть. А получаешь, как бы, ну, не совсем белорусскую. Не то. Не белорусскую стальградную, да? Как бы это все-таки получше. Ну, слушай, это... Давайте так. Это водка, которую можно пить да? Нормально. Просто не тот уровень, который хочется. Да. Реально, ты ждешь... уровня столичный, а получаешь уровня водки более усредненной. Да, хотя и столичный, насколько я понимаю, на акциях тоже можно найти за этих 300-400 рублей в России. Так она и без акций стоит там где-то 300 с копейками рублей. Ну вот я когда последний раз, когда мы вот были в Смоленске, я же покупал ее что-то там за 309, ну, что-то вот такое. Ну, в пятерочку обычную зашел, вот просто возле автовокзала, которая... Ну, давай попробуем. Давай. Может, сейчас раскроется букет, подышала. Угу. Все то же самое. Короче, проблема в чем... Что она стала понасыщеннее, потому что объем больше. Я нашел проблему для себя. Водка отдельно настой ржаного хлеба. Ну да. Она немножко валится. Как-то не объединились они. Угу. В общем, не знаю. По мне неплохо, но не более чем неплохо. Не могу. Ну, как бы, вы если ее купите, вы спокойно выпьете, это 100%. Да. Не, слушай, если вот брать там уровень белорусского рынка, там... Это на уровне вот таких вот, я бы назвал, на уровне нормального бульбашанана какого-нибудь. Вот, ну да, 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 да. Такая водка, которую смело можно взять, выпить, не просто, переживать ничего. Просто, может, она не попала в наш типа, вкус, может быть. Да, но здесь такая есть вот попытка создать эту эх за счет вот настоя, но да. Настой... А их не получается. Его либо маловато, либо они как-то не очень сочетаются между собой. Ну, что-то немножко не то. Ну, к плюсам, что пьется мягко, даже в теплом виде. Выхлопа нет. А из основных претензий только что вот она вот... Ну... Короче, нету округлости, нету вот этой благородности, что ли, да? То есть, ну ладно, давай куда, в рюмку, да? Финал обзора в рюмку накапаем. Ну да, тут особо много говорить уже не о чем. Я не знаю, по оценке,
У меня такое, типа, между шестеркой и семеркой. То есть, Я же склоняюсь все-таки к шестерке больше. Ну, значит, давай такую шестерку, типа, и поставим. То есть такая крепко уверенная 6. То есть, это реально можно брать в магазине и можно пить. А дальше уже, как бы, она может в вас попасть, а может в вас не попасть. Ну да, как, тут как уже. С бульбашом это в черной бутылке один. А я понимаю, что она хорошая водка, но она мне не нравится. А мне наоборот нравится. И вот там в комментариях там люди писали, говорят, а как вы к нему относитесь? Я говорю, хорошо, Женя, плохо. Да. Ну, так бывает. А здесь нет, здесь вопрос, давайте так, сделано, то есть по качеству внутри, как минимум, там спирт здесь нормальный. Да, его. Да. Тут. То есть уже нету этого вот, ну, что, нету вот этой вот, как, извините меня, как какой-нибудь офицера там, да, когда у тебя... Да не офицера, такой, водку из последних, вспомни, что водку «Городок». С каждой рюмкой становилось все хуже, хуже и хуже. Нет, «Городок» — это убийство. Здесь бывает. Как бы вот две выпили, оно идет, ну, совершенно нормально. Да не, ее можно и дальше пить. Да. То есть, но вопрос только в том, что немножко не наша вкусовщина, наверное. Ну да. Вот чуть-чуть не попали в это. Поэтому и 6. Кому-то, может, наоборот, будет там 7+, да? Да, то есть это же совершенно нормально. В общем, большое спасибо, что вы были с нами. Лайки, подписки, комментарии. Заходите в чаты, донаты и все прочие. Да. В эти... Запрещенные граммы, да. Разрешенные тиктоки, вот эти вот пока еще разрешены. Ну, в Штатах уже запрещен на токи, у нас разрешен на токи. Тогда патриота токи. Патриота токи. В Штатах запрещено. Нет, Китая токи. Китая токи, да. Китая токи. Там уже Китай говорит, как? Хотя мы эти уже проголосовали, типа, что можно запрещать. Прикинь? Ну, вроде. Женя, мы не выйдем на тот рынок, нас там не увидят. А еще просто туда не резал, обойди. Просто никто не напишет тебе по-английски это самое. У меня есть знакомый нарколог, могу свести. А, да, давай тост за пикабу отдельный. Да, задушнил. Задушнил с пикабу. Все, бывайте здоровы, живите богато. За вас, ребят. Не, ну вот так вот он вроде и выпивает. Ну,